Хочу попросить тебя поделиться информацией о том, каким образом вообще возник вариант с переходом в российский клуб в воронежскую команду. Ну, один хороший человек очень помог, агент, то есть предложил поехать, и я сразу согласился, потому что Факел такая команда все-таки, ну, даже в Латвии все ее знают, и многие футболисты тоже из Латвии играли до меня за Факел, и в том числе даже два вратаря, поэтому, то есть, не раздумывал даже, сразу согласился ехать на просмотр. Я очень рад, что все сложилось благополучно. До этого ты никогда в русских клубах не играл. Было ли вообще глобальное желание попасть в чемпионат России? Не конкретно, может быть, в Факел, а вообще в принципе? Да, было желание, конечно. И бывал даже на просмотре несколько лет назад. Но желание в России мне играть, да, было. И в дальнейшем, возможно, надеюсь, что задержусь здесь надолго. Как тебе коллектив в Факеле, игроки, партнеры новые по команде? Мне все нравится, то есть коллектив очень хороший, и атмосфера положительная, я всем доволен. Готов к конкуренции? Ну, конкуренция — это всегда хорошо, и конкуренция я не боюсь, будем бороться. Понятно, что тренер кого будет ставить, тот и будет играть, но все равно все зависит от нас, кто будет сильнее, тот и играть и будет. Ты уже провел полный матч, тяжелый матч Факела с Волгарем в Кубке ФНЛ. Какие ощущения от игры и насколько тяжело дался тебе этот матч? И чего, на твой взгляд, не хватило все-таки для того, чтобы пройти дальше Факел? Ну, матч оказался тяжелый достаточно, и в том числе из-за погоды, было очень жарко. Ну, и у меня так вышло, что сразу первый матч, можно сказать, полностью проведенный, получился довольно-таки сложный. То есть, ну, не хватило, я думаю, что не хватило удачи немножко в конце. То есть, когда уже серия пенальти была, я все-таки, ну, я думал, что все-таки по пенальти мы выиграем. Даже как-то был уверен, но, видимо, удача в этот день не была на нашей стороне. А как у тебя вообще обстоят дела с пенальти? Вот с игры ты пенальти отбил, да, довольно уверенно, второй в наши ворота. И у всех была надежда, что после матчевой серии пенальти, соответственно, ты парочку еще подтащишь, все будет хорошо. Ну, я тоже так думал, на самом деле. И в прошлом году я довольно-таки много пенальти отбил и в сезоне, и в том числе и в кубковых играх тоже вывел команду в финал именно в серии пенальти. То есть, поэтому, я думаю, что пенальти моя сильная сторона, но, видите, бывает всякое, это футбол, и, ну, сложилось так, как сложилось.